пробовали майских жуков на вкус? Какие они? Сладкие или соленые? В этом году нашествие майских жуков, и кто-то может побаловать себя деликатесом. Всем привет, с вами Канти Энви. Знакомьтесь, наш пес Рейн. Ему 12 лет, и он большой гурман. Он уже поел кашу с мясом, но запах майских жуков ему не дает покоя. Да-да, майского жука можно есть. Они действительно вкусные. Смотрите, как заинтересованно пес их ищет и ест. Во многих странах жуки – традиционная пища. Прекрасная альтернатива мясу. Это хороший источник белка, кальция, цинка. А главное, нет вредного холестерина. Рейн, какие они на вкус? Интернет нам в помощь. В Википедии есть рецепт супа из майских жуков. Там написано, что до середины 20 века суп из майских жуков готовили в Германии и Франции. И по вкусу он похож на суп из раков или омаров. Вот такую вкусняшку любит наша собака. Необычное лакомство. А вы могли бы съесть жука? Мы нет. Всем приятного аппетита! Пока-пока! И не забудьте подписаться!